Здоровенькие арбузные. Я уже много делаю стримиков и дозиков, и накопились всякие разные комментарии. Хорошие, плохие, думаю. Сегодня поотвечаю на всякие разные из них. Я отвечу сначала на самые новые, потом будем плавно переходить к самым старым. И посмотрим, как же менялись комментарии на протяжении всего времени. Итак, начинаем! А мужик с просто измененным голосом, кажется... Что? Как ты узнал? Кошмар. Теперь все будут об этом узнать. Фу, блядь, сука, у меня уже встал. Надеюсь, это позитивный комментарий. А у меня тоже встал. В принципе, хорошая реакция от тарковчанина. Привет, привет! Хорошие тарковчане, вас очень мало, но я рада, что есть хотя бы несколько штук. Вас уже набралось немного. Яй! Очередной раз после просмотра твоего видео я спрыгнул с окна, спасибо. Осуждаемо. Такое делать нельзя. Нинора не одобряет, увы. Но, как я посмотрела, это мемс. Это мемс с... Артём Граф. Как я посмотрела, это мем с Артёмом Графом, и он ко мне мало имеет отношения. Ну, ладно. Поехали дальше. Женщин в зоне нет. А теперь есть... Офигеть! Какие еще сюрпризы приготовил нам 2023? Женщины с хуями в зоне. Как я сюда попал? Ну не знаю, наверное, из рекомендаций. Сидишь такой на ютубе, кликаешь на видосы. Привет. Нужно больше Руди! Но я не Нора, я не Руди. Хватит меня путать. Хватит! Какая мерзость! Отвратительно все! Особенно бесит, как общаются. Как же мне повезло, что моя девушка нагибает в играх и немного меняет статистику подобных девушек в скобочках геймеров. Этот чел вообще не понял никакого сарказма, ни шуток и ничего. Тебе надо себе пальцем объяснять, что я там рассказывала. Замес такой. Мы шутили насчет того, что я якобы тащу своего парня в играх. А я хуёво играю в шутеры, потому что у меня рассредоточенное внимание. У меня ёбаное СДВГ, блядь, мне тяжело. Этот челик вообще всё всерьёз воспринял. Короче, кринж, чел, правда. Советую его девушке его бросить, потому что это пиздец. Спасибо за минус уши. Нет. Не за что. Всегда рада угодить. Посмотрев твой ролик, я вдохновился. Теперь я тоже хочу начать делать видео о витуберах. Спасибо. Где видос? Я все еще жду. Я все еще жду видос. Я жду. Есть просьба, выравнивай звук, музыка очень громкая, а голос не очень. Я еблан. Смиритесь. Я все время буду косячить. У меня наушники, которые делают весь звук громким. И мне нормально. Ну типа, а че? Мне уже нормально, что-то всем нормально. Не, такая логика вроде. Увы. Ну блин, я стараюсь как могу, чё. Ня. Все, что могу сказать, свое оправдание. Вчера Нинора говорит, работать, работать. У меня мало времени, я не буду спать, есть буду работать, срочно работать, но лень. Но надо работать. Сегодня Нинора говорит, да и фиг с ним, поиграй в догму. Ну, мне нравится играть в догму. Я стараюсь совмещать и то, и другое. Ну, блин. Хочется иногда расслабиться. Ну, блин, ну что? Стук по столу. Я не голосовал за то, чтобы быть арбузным. У арбузных не спрашивала. Ну, вообще спрашивала на самом деле на стриме. Так что, все.
Блин, меня сильно очень раздражает, что у тебя грудь очень большая. Вот реально, потому что она отвлекает от просмотра. То есть сначала я смотрю на прохождение, потом твое лицо, чтобы узнать, как ты реагируешь, а потом грудь, потому что она рядом с лицом, она неестественно большая. Моя грудь, оказывается, неестественно большая. Та грудь, которая у меня большую часть моей жизни при мне присутствует. Грудь, ты в курсе, что ты неестественная? Она не в курсе. Но если уж так хочется смотреть на мои сиськи, то смотри. Ну, типа, тебя никто не будет осуждать за это. Это нормально. Это не стыдно. Хватит, хватит страдать по этому поводу. Бери и наслаждайся. Судя по модельке, вижу, у автора есть какие-то комплексы. Но кто я такой, чтобы ее осуждать? И с другой стороны, кто не мечтал стать аниме-девочкой? Да, и это моя любимая эмоция. Она описывает все мое настроение. Ладно, попрощаюсь за твое настроение. Но у меня нет комплексов. У меня есть комплексы по поводу уменьшения груди. Я не знаю, делать мне или нет. Мне очень страшно. Ну, в общем-то, сиськи мне вроде мешают по жизни, а вроде бы нет. А вроде бы нормально. Знаете, по настроению. Так что я пока еще в раздумьях, что мне с этим делать. Жить дальше или нет. Ну, с нормальным личиком-то вообще заебись, в принципе. Игорь Николаев с бобисами. Ну да, это я, и что? Выпьем за любовь. Сиси большие, ушки на месте. Все, как я люблю. Вот человек не заморачивается, просто наслаждается и ни о чем не переживает. Лайк. Ха-ха-ха-ха-ха-то, своё-то лицо покажи-нибудь, пуджиха. Да, конечно, именно так. У меня совершенно нет открытого ВК с моими фотками, абсолютно нет. Да и кого вообще ебёт, как я выгляжу? У меня есть большие сиськи и ушки. Что ещё, блядь, надо? Мистер негативный человек по жизни. Что происходит в комментариях? Я не знаю! Помогите, я тону в комментариях. Хи-хи. На самом деле нет, пишите побольше. Не, Нора, я считаю, что ты права. Почему только мужчины могут показывать грудь? Это несправедливо. Так что женщины тоже могут, когда покажешь грудь. Когда буду готова к этому. Возможно, на моем редебютном стриме, если мне смелости хватит. Я стесняюсь, меня слишком много плохих воспоминаний насчет моих сисек, на которых все постоянно пялятся и хотят что-то со мной сделать из-за этого. Это тяжко, поэтому я не выкладываю, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания. Увы, но хотя бы так на стримах могу похвастаться. Вот такая вот тяжелая судьба моих сисек. Они будут скрыты пока что. О, нет, на нее нельзя влиять, она неуправляемая. В меня вселился демон, помогите, вызовите экзорцистов. К сожалению, на стримы времени нет, так что записанное видео — это спасение. Рада выкладывать. Постоянно ставлю тайм-коды, чтобы вам было удобненько, так что приходите на велосики. Хорошее видео. Вот он, маленький славный мальчик. Просто взял и сказал, хорошее видео. А что ему еще нужно для счастья? Давайте все будем как этот мистер Юзер. Похлопаем ему. Кто ты? Ты мужик? Да, я мужик. А еще у меня большой хуй. Цензурить не благо. 10% диалогов со зрителями, 50% смеха и 40% что? Ну вот такая вот я смешнелочка. Что? Вроде бы реакция на видео от краба, а вроде бы и нет. Видео как фон. А смысл видео общения с чатом?
Частые паузы триггерят очень сильно, смотреть тяжело, я скипнула на середине. И тут я такая отвечаю: да, я записываю все на стриме, я общаюсь со зрителями на стриме, мне нравится общаться, я болтливая. Шок-контент! И чё? Я еще сказала, ну, типа... Я ответила, ну, не нравится смотреть на меня? Ну, так кто же заставляет-то? Ну, так я и сделала. С таким отношением к зрителям и скучным контентом. Короче, извиняюсь за очевидность. Бай-бай. Думаю, боже, какой же негативный чел просто. И у меня негативное отношение лично к тебе. Чувак, не ко всем зрителям. Лично к тебе. Ты меня бесишь. Пока. Также у этого комментария есть продолжение от другого человека. Человек, что не может здраво принять критику, это печально. Действительно, это печально, что человек не может понять, что такое критика, и что в этой критике должен быть конструктив. Это же просто перечисление фактов, что есть на самом деле. Да, я стримлю. Да, я общаюсь с чатом. Это не критика, это факт. Ему просто это не нравится. А мне нравится. Вот и все. Слишком много воды. Большую часть видео я перематывала. Сказал человек, который до сих пор на меня подписан, вообще-то, кстати. Ну, я люблю болтать, я болтливая. Вот сейчас я болтаю. И чё? И чё вы мне сделаете? Заклейте мне рот? Вот поэтому я и не смотрю стримы. Банально. Донаты и прочее. Либерда. Громче, чем сам стример. А стример громче, чем видео или игра, в которой играет. Это набор звуков часто нереально смотреть. Вот и приходится играть в микшере со звуком. Печаль. Хоть ты на вы, как будет удобно. Вил, милая. На стримах не жалуются? Значит, все нормально. Приходите ко мне на стримы, и там жалуйтесь. Я не могу постфактум что-то настраивать и менять. Все. The end. Вот поэтому-то и стоит приходить все-таки на стримы, чтобы давать мне советы онлайн. Не лезь в Тарков, курица. Не лезь ко мне в видосы, ты петух. Очень сложно смотреть. А ты слушай с закрытыми глазами. Оригинальное видео 12 минут, а это 32 минуты. Да, я большую часть времени болтала и обсуждала тему, на которую было видео. Разве не в этом суть реакции, не? Фу, вумен смотрит ролик, Булджая. Про мужские соски это мы осуждаем. Вообще-то Булджаде, как бы, ну хотя бы... Узнай. Узнай, кого же все-таки ты имеешь в виду? И за что же меня осуждать? За соски? Или за то, что я вумен? Ты сексист. 2 месяца назад 594 подписчика и 387 видео. Мне кажется, или тебя недооценивают? Не, меня недооценивают. Пожалуйста, подпишитесь побольше людей. А то мне грустно. Я такая самая непопулярная витуберша в мире. О, Блэзи, помогите. Извини, конечно. Возможно, это и правда твой смех. Но такое ощущение, как будто ты его наигрываешь. Выдавливаешь из себя. Еще раз, извини, если это и правда твой смех. Да, у меня уебищный смех. Вопросики? Ха-ха. Я не умею смеяться. Помогите. Зато умею плакать. И делаю это довольно часто. Байт на бубы. Нечестно. Все честно. Бубы есть? Есть. Что неправильно-то? Вот они. Когда стрим на ютубе? Я не стримлю на ютубе. Мне не нравится стримить на ютубе. Я уже на это отвечала. Мяф. Еще раз напоминаю, не буду. Нет.
без негатива. Но ощущение, будто стримлеру вообще все равно на видос, потому что пауза каждый. Каждые 10 секунд, которые идут по минимуму 1-5-2 минуты, постоянное обсуждение вообще левых тен, обсуждение самого видоса занимает лишь четверть. На беда того же лучше реакты были на самом деле. Я люблю поболтать. Ну, люблю я болтать с чатом. Особенно, когда есть темы. Особенно, когда мне весело. Особенно, когда мне есть что сказать. Если мне нечего сказать, то, скорее всего, я не поняла. Или прослушала. Или мне как-то пофиг. Или мне нечего скомментировать. Увы. Если мне нравится тема, я буду на нее болтать. Да, я уже отвечала на этот вопрос, и мы вроде как уже все уладили. Ну да ладно. Когда следующий стрим? В понедельник в 8:00 по Москве. Шутка! У меня нет никаких стримов. Ой. У меня нет никакого расписания. Вообще. То есть прям... Я не знаю, когда будет следующий стрим. О, святая случайность. Укажи нам путь. Не ждал реакцию от витубера. Но посмотрю. Слишком мало кто отреагировал на эту легу. Это про Титова. О, Титов, как много воспоминаний. И вообще, мало кто от меня... Что ждёт? Я же нонейм, блин. Ну, я реагирую на все подряд. Что мне скидывают в дискордики, так что приходите и скидывайте. Я посмотрю. Охуенно! Титова даже витуберша отхуйсосила. Ты смотри, жди упоминания о себе, как он тебя не осмотрел. Я-то жду-жду, но кажется, он совсем застеснялся меня. Нужно создавать и раскручивать канал, дырки в штанах, просмотры будут. Да, это история о том, как я порвала штаны. Я не буду создавать такой контент, извините, это не ко мне. Правда. Но идея хорошая, мне нравится. Кого эффект зловещей долины случается при виде любого витубера? Так как эта штука еще плохо проработана, мимика хрень реакции. Хз, непонятно, не пойму, в чем прикол, может, я просто умная и не слежу за трендами тупых. Ах, ты ж мой самый умненький, самый распрекрасненький, самый прямо... Ах. Ну, вообще, модельки, как ты называешь, нас... Бывают разные, абсолютно. И я скоро буду намного лучше, чем сейчас. Да, так что готовьтесь к новым трендам тупых. Апдейтом тупых, я не знаю, тогда уж. Апдейтом? Ну да, апдейтом же. Я же тупая. Я не могу сказать с первого дубля все. Фу, зачем вырезать ошибки? Чтобы вы знали, что я читаю не по сценарию. Курица и Тарков. Этот чел не поленился написать это дважды. Как же он считает свое мнение важным, самым классным? Он, наверное, думает, что он такой охуенный. Вот он эту курицу вот обидел. Чал, ты делаешь кринж. Никто не заменит такого милого токсика. Спасибо. Но я не токсик. По сравнению с вот этими комментаторами, я вообще одуванчик боженький. Мадам транслирующая. Я, как просматривающая, обескуражен столь малым количеством реактов. Просматривающие хотят этого. Но заразы молчат. Короче, побольше реактов. Я обязуюсь каждый из них комментить и лайкать. В общем, мы договорились. Лю целую. Я не поняла. А где обещанные комменты и лайки? Я их не вижу. Меня обманули. Мне теперь грустно. И тут закрались подозрения. Если честно, анимация и фильтр голоса так себе. Уж лучше без всякой этой мишуры. Лучше без всякой этой мишуры. Это же
Так странно, что человек может менять голос прямо на ходу. Вау! Даже не знаю, как это возможно. Наверное, это какая-то новая технология. Да? А вообще, с этим типом довольно смешная история. Этот человек реально пытался доказать мне, что у меня не настоящий голос. А это вообще voice changer. Вон, смотрите, что я могу сделать еще. Ну вот этот, который эффектики делает, называется voice mod. Он делает смешные галочки и все. Отвечаю специально, чтобы мне онлайн мне голос. Бла-бла-бла. Вау, вот это читер. Нехорошая какая. Нахуя вы лезете в мужские игры? Ну не знаю, а нахуя ты лезешь в мои женские игры, а? Откуда ты знаешь, что это мужские? Может, они женские на самом деле? А вот как ты докажешь, что они мужские? У меня есть доказательства, что они женские, потому что там куча мужиков. А кто любит смотреть на мужиков? Женщины. Вот и все. Ты играешь в женские игры. Пока. Как же смешно. Не очень. Сказал человек, который подписан на меня уже 10 месяцев. Я думаю, ты меня столько смотришь и при этом хуйсосишь. Да за что? Кринжанул. Спасибо, стараюсь. И тот кринжанул. Надеюсь, это не очередной канал Андрея Нефёдова. Всех приветствую, с вами Омская ТВ. Всё, вы не помните, да? Наверное, уже никто не помнит. Но давно было вообще-то. А не стыдно такое снимать? Мне ни за что не стыдно. Я бесстыдная. Подпишусь, интересно, что дальше будет с этим каналом. Между прочим, уже подписчик 6 месяцев. Это рекорд. Надеюсь, тебя радует развитие на моего канала, Мономарева. Коммент просто чтобы был. Спасибо, просто что ты есть. Я в первый раз вижу, чтобы делали видосы на 200 подписчиков. Я перефразировала. Ну вот такая я радуюсь каждому. Хоть сейчас я и не делаю такие видосики. Но я все равно радуюсь и смотрю такая: еще один, ура! Ну, кринжа, дофига. Кстати, он вроде как это уже не первый раз пишет, да? Бедный парень страдает. Бедный мучается. Никак не может принять свои внутренние комплексы. Он не может поверить, что кто-то может говорить все, что захочет. Его не ограничивает никакие. Ну, разве что государственные законы меня ограничивают. Ну, кто так снимает? Ты должна визжать дурниной, как обычно вы это делаете. Чуть что, или когда страшно, и воля тебе да грохнут, или ты провалишь задание. Должен стоять визг эмоций, их надо выражать ярко. А ты сидишь там, бурчишь, стесняться. Надо смело украшать и выложить, что происходит. Заметьте, как сильно различаются претензии. 7 месяцев назад челики мне говорят, что очень тихо и скромно. А сейчас мне все пишут, что я слишком громкая, охуевшая. И вообще кринжа дофига. Так никому не угодить в этом мире. Помогите бедной Ниноре угодить комментаторам на Ютубе. А как автор, ты прикольная, но конкретно видео плохие. Напиши более практичный сценарий, добавь что-то подинамичное на фон. Посмотри гайды, чтобы делал хорошее превью. Обычно контент художественный, как добряк, вроде выстреливает. Можешь делать видос такого характера, успех не заставит тебя ждать. Ну, во-первых, я хочу быть не Норой, а не добряком. Во-вторых, я что-то делаю, стараюсь и так. Надеюсь, тебя удовлетворяет мой прогресс. Хотя навряд ли ты меня сейчас смотришь уже. Ну ладно, пока.
И почему эта хуйня у меня в рекомендациях? Ну не знаю, но это же твои рекомендации. Человек, вопрос к тебе. Какой смысл в спидпейнте, если ты вставляешь готовые элементы? Черепа на броне, плаща, кусок, кольчуга, глаза. Все взял из воздуха. Мне лично нужен процесс создания брони, а не автографа. Этому комментарию уже 3 года. Это был мой первый спидпейнт. Я очень старалась. Я запуталась в программе, которая записывает видос. Я не поняла, как чё, куда. Сделала, как вышло, и выложила, как есть. Меня захуесосили, и больше спидпейнтов на моем YouTube-канале нету. Вот так вот, теперь пиши комментарии людям. Знай, как ты, возможно, рушишь чью-то жизнь. Страшно. Ну вот и все на сегодняшка. Я выбрала самые такие остренькие комментарии из всех, что были, и на что мне было чего ответить. Вот, надеюсь, вам хотя бы чуть-чуть было интересненько или весело хотя бы. Всем спасибо за просмотрик. И подписывайтесь, возможно. Или не подписывайтесь, ну уж не знаю. Или напишите мне еще больше смешных комментариев. Я жду.